И напоследок, горы, море и адреналин. Гонки байкеров на Черноморском побережье Грузии начинаются в эти минуты в Батуми. После них в столице Аджарии развернется зрелищное байкер-шоу. А в Гонию сегодня уже прошли международные соревнования по оффроуд. В турнире приняли участие 45 внедорожников. Они померились силами в трех категориях – стандарт, монстры и экстрим. Каждый преодолевал подъем, спуск, резкий поворот и бугорки. 2 минуты 19 секунд и 6 долей секунды. Это лучший показатель в категории «Стандарт», и он принадлежит грузинскому пилоту Вахтангу Шергелашвили. Лучшим среди монстров тоже оказался грузинский пилот Нодар Чхеидзе. Участники экстрим-фестиваля приехали из Украины, Турции, Армении, чтобы помериться силами с грузинскими экипажами. В конце дня в Батуми пройдет церемония награждения победителей и рок-концерт. Всего у нас три категории. Это стандартные машины, это категория монстров, где выступают длиннобазные машины, и это категория экстрим, где выступают подготовленные машины, переделанные подготовленные машины. Ну, год от года у нас, так сказать, контингент увеличивается, интерес растет к всякому такому экстремальному спорту, экстремальному отдыху. Вот. Ну и мы стараемся поддерживать наши соревнования на высоком уровне. На этом внедорожнике я принимаю участие уже в третьем турнире, и я очень рад этой победе. Теперь у меня в копилке два первых места. Дороги с препятствиями были очень хорошо укомплектованы. На самом деле очень хорошо у вас, красиво начинает подниматься автоспорт. Я думаю, в будущие года мы приедем еще больше из Украины экипажей. И я надеюсь, что грузинские экипажи будут приезжать к нам в гости.